Добрый день всем! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у нас будет речь идти о двухдолларовой купюре банкноты США. Это редкая купюра, ценится такая купюра 1976 года, но у нас выпуска 2003 года. Если 1 доллар сулит богатство, деньги, то 2 доллара ценится за то, что эта купюра приносит благополучие и удачу. 2 доллара США, в отличие от купюры 1 доллара США, является не особо популярной купюрой, но коллекционерам она очень даже интересна. Эта серия называется звездной, так как она востребована среди коллекционеров, вот нумизматов. Ну, я как бы небольшой нумизмат, но я собираю. Вот серия G, вот эта вот, она была выпущена в Чикаго. Если вы попросите знакомых привезти вот из поездки Америки 2-долларовую купюру, то, скорее всего, они могут вам не привезти и откажут. Ответ будет такой. Поверить, конечно, сложно, но этой банкноты практически нет в обращении. Они просто лежат в сейфе казначейства США. Давайте рассмотрим вот эту купюру. Лицевая сторона. Здесь выдающийся политик, деятель Томас Джефферсон. Он же был и президентом. Если мы посмотрим на обратную сторону, здесь изображено принятие декларации о независимости. Посередине стоит сам Томас Джефферсон. Прожил он более 80 лет. Чтобы у вас сопутствовала удача, я покажу вам, как купюру сложить правильно. Вот как вот видите у меня, она уже давно у меня, эта вот купюра. Видите уже в каком состоянии. И я вам хочу сказать, что она мне приносила удачу. Поэтому я хочу и поделиться с вами, как ее правильно сложить и как пользоваться. Берем купюру, переворачиваем ее в обратную сторону. Вот так. Берем вот этот уголочек и складываем. Вот так. Потом этот уголочек целенаправленно ставим, вот чтобы было одинаково, вот здесь. Вот так получается треугольничек. Этот треугольничек мы делаем и заворачиваем до угла самой купюры. Вот так. Видите, получается треугольничек и портрет посередине. Вот так. Вот этот уголочек вот так делаем, кармашек как бы здесь у нас получается, и этот уголочек заворачиваем туда вовнутрь. Вот так вот у нас получается треугольник с портретом Джефферсона Томаса. Здесь у нас идут цифры и G, цифра G, два банкнота. Здесь возле портрета, здесь вот видите, полосочка беленькая идет. Вы пишете свое имя вот здесь прямо буквами. Можете английским, можете русским, без разницы. Написали здесь, ну, чтобы, конечно, было видно. Переворачиваем этот доллар, 2 доллара. У каждого будет своя цифра. Вот она у меня здесь 7. Вот эта цифра 7 мне всегда приносила удачу. В этот день, 7 числа, я старалась идти или отчетность сдать вовремя, или договор с кем-то пойти заключить. Короче, для меня семерка была всегда хорошей датой, и я всегда пользовалась ею. Дальше что делаете? Здесь вот идет набор цифр. Это номер 2 доллара. Вы складываете вот эти все. 1, например, как вот у меня поближе поднесу. 1 плюс 5, 6. 6 плюс 3, 9. 9 плюс 8, 17. 17 плюс 5, 22. Плюс двоечка, 24. И 6, 30. Получилось у меня 30 число. Я делю его пополам, так как у меня 2-долларовая купюра. Получаю число 15. Вот в это число или 7-го, или 15-го я всегда ходила и заключала договора
Отчетность старалась в эти дни сдавать. И для меня эти всегда числа были счастливыми. Каждый человек вправе сам решать, предавать вот этой банкноте некую силу и верить в ее мистичность, или быть реалистом. Это каждого человека право. Вы также можете спросить, а где же хранить 2-долларовую эту купюру? Хранить нужно в кошельке или же в том месте, где у вас лежат документы. Вот у меня лежит оно, вот эта купюра, как видите, уже истрепанная, лежит в обычном кошельке вместе вот с такой вот ложечкой за грибушкой. Спасибо, кто посмотрел. Я желаю всем удачи. Всем всего хорошего. Спасибо, что досмотрели до конца.